сегодняшнего дня, 7.08.2018, на небе включился аспект миллионера, секстиль Юпитер-Плутон. Этот аспект станет точным 12 сентября. Сейчас через меня для вас информация о том, как стать богатым, как включить аспект миллионера. Итак, Плутон в Козероге, ретроградный Плутон в Козероге. Я трансформирую себя путем ограничения, урезания, путем аскезы. Я аскетичен, потому что иду по узкой, тоненькой тропинке. Я иду в высокую гору. Эта гора – моя миссия. Я делаю то, что было мне предначертано. Я самореализуюсь. Я изолируюсь. Я как хирург от Бога, золотыми руками и алмазным скальпелем вырезаю из своей жизни все зло качественное. Я добровольно изолируюсь. Я добровольно делаю себя уже. Я сужаюсь, потому что я вижу свою цель. И я прикладываю усилия для того, чтобы совмещать все это с помощью другим, с оказанием помощи другим. Юпитер с Прозерпиной в Скорпионе. Я щедр с теми, кто в кризисе. Да, я сам в кризисе, но я оптимистично прохожу свою трансформацию. Я улыбаюсь. Я смотрю на людей вокруг и понимаю, что они тоже в кризисе. И я делюсь щедро от широты души, от полноты сердца, от избытка. Я делюсь. Ничего не прошу взамен. Я делюсь с теми, кто нуждается, кто в кризисе, своим временем, своими большими деньгами, своими большими возможностями, своими связями, своими знакомствами, своими знаниями, своей мудростью, своей способностью оказывать психологическую помощь и поддержку, своими магическими способностями, своей способностью проникать вглубь вещей. Я делюсь тем, что имею, тем, что у меня много, потому что я богат. Я богат, потому что я богат. Деньги у меня от того, что у меня дары, богатство души. Материя у меня в изобилии, потому что души у меня в изобилии. Друзья, прямо сейчас вы можете совершить действие по Юпитеру в Скорпионе. Поделитесь! Внизу под этим видео вы видите слово «поделиться». Поделитесь этим моим видео в соцсетях, в каждой своей соцсети. Потому что, друзья, я хочу быть миллионером. Миллион подписчиков! Я хочу быть подписчиковой миллионершей. Помогите мне в этом! С миру по нитке, голому рубашка! Я очень хочу, чтобы уже в этом месяце у меня было 1000 подписчиков. Хотя нет. Я хочу, чтобы уже в этом месяце у меня было 10 тысяч подписчиков. Давайте сделаем это чудо. Давайте сделаем это вместе. Делитесь мною, делитесь теми знаниями, которые я вам передаю. Сейчас через меня для вас прошла информация о том, как вам быть богатым. Делитесь этой информацией, потому что эта информация – ваше богатство. Всего доброго!